Ужин, ужин начинается. Мама, мама. Слышь, рычит. Мама, прекращай. Давай, садись. Так, Женя, уступи бабушке место. Ну-ка, кыш отсюда. Ужин, ужин у нас. Так, Женя, марш на место. Вот, и ты садись рядом. Садись. Все, давай. Вон по телевизору идет брентовая рука. Да, да. Мама, давай кушай, пока горячий. Не надо к ней лицом. Ты видишь, она старается от тебя уходить. Ну, но она боится тебя укусить. Давай, мама, кушай. Мама. У нас время сейчас без 12:15 ночи. Вот смотрите, Борис чистил снег. Ой, ой, как на видео светло. Смотрите, как будто и не чистил. У нас продолжает идти снег. Ой, красота. Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Ой, нас утро встречает прохладой. Как же хорошо. Свежо-свежо. Не завалило. О, только снег где, смотрите. Но не завалило. Пойдемте попьем кофейку. А не испить ли нам кофею? Отнюдь. Опа, пошли завтракать. У нас на столбе сидит электрик. Пойду-ка я выясню, в чем там дело. Как бы нам на Новый год не остаться без электричества. Вон лестница стоит. Здравствуйте! Вы нас без электричества тут не оставите на Новый год, нет? Нет, я вам фонарик, наоборот, починю. Ой, спасибо вам большое, а то темнота, хоть глаз выколи. Со второго этажа смотрю, думаю, хорошо, что снег, тихонечко. А то прям совсем темно. Забыл включить, включи свет, а, пожалуйста. Здорово, да, Мустафа. Подожди, подсоединю провода. Мустафа, милый, слушай, собака вон та, знаешь, как напугала, мы с Зоей... Нашел, сказал... Ты ее убил? Не убил, я ее хозяина сюда, последнее предупреждение. Не, ну это же, знаешь, как мы орали, я даже не помню, что мы орали. Боря, да, он выскочил. Спасибо тебе, родной, спасибо большое. Ой, за лампочку тоже большое спасибо. А то прям темнота, темнота. Ладно, пойду, а ты видал, выскочила как? Я... Да не, нормально. Я уж тут прижилась. У нас тут хорошо. Что не гуляешь, что вообще сегодня видно? Я гуляю по участку. Вышла тогда гулять. Думаю, да я для зрителей природу красивую поснимаю. Ты знаешь, как она за мной там бежала? По той улице. А потом я тут пришла, говорю, Зоя, проводи меня, пожалуйста. Я боюсь. Вдруг выскочит. И мы что-то заговорились с Зоей. А она, сука, как выскочила вот отсюда. Как кинулась на нас. А у меня, кроме селфи-палки... Ну, вот этой, для телефона. Ничего нет. Хорошо, у Зои палка была. Слышь? Ну, он что сказал? Все? Заделает там дырку? Она без него, видимо, выскакивает. Ага. Ну, ладно. Спасибо большое. Все, я побежала. Давай. Что, включить свет? Сейчас я там эти провода сделаю. А это же вы к нам лазили ночью, да? На дом. Вот теперь я хоть при свете дня вас увижу. Ой, как хорошо. Пока разговаривала с Мустафой, с нашим электриком, Женька убежала, говорю, Жень, ты где? Жень, она, гав, от дома. Пойдем домой, мышонок, пойдем. Пойдем, с дяденьками поговорили, пойдем, моя птичка. Вот видите, она же не может под дверь залезть. Иди, моя хорошая, иди, моя радость. Ой, а на улице хорошо. Ну, я выскочила вот так вот, в чем мать родила практически. Потому что боялась, уедет электрик. Думаю, мало ли, что там делают. Извиняюсь, прям с самого утра. Я, видите, какая еще. И накрашенная. Ну, я что, накрашенная? Страшная. Что не накрашенная? Все, Боба, я поговорила. Ну, что, где? Фонарь вешает как раз. Ой. Все, допиваем кофе. И... Ну, ладно, 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 я накрашусь. Че? Ничего плохого не сказал, обидеть не хотел. Не-не-не, не хотел, не хотел. Он только все хорошее говорил. Я говорю, это вы? Он говорит, я говорю, это вы лазили к нам наверх? Он говорит, я. Я говорю, ну я хоть при свете дня на вас посмотрю. Тогда темно было.
Нас сегодня ожидает сюрприз. Наташа из Москвы посылает вместе с маршруткой мне посылочку небольшую к Новому году. Так, а где у нас Борис? Вот, Борь! Слушай, ой, чуть не поскользнулась. Наташа посылает с маршруткой посылку. Маршрутка уже отъехала. Ты получишь посылочку? Ну, а ты меня оставишь, что, я могу не получать? Нет, получать надо. Ну, а что? Просто у меня дел до кучи. Каких посылок? Я просто через мост боюсь идти, я бы сама получила. Не получила. Так сложились обстоятельства, что идти придется мне самой. Самое страшное для меня это вот этот переход. Там-то ничего не страшно. А вот переход. Ладно, ребята, как-нибудь, правда? Все будет хорошо. Вот этот наш страшный переход, вот такой. Очень страшно. Вроде бы никого нет. Знаете, ребята, когда один раз напуган, то, как говорится, пуганая ворона куста боится. Вот так и я. Наверное, мне нужно просто преодолеть свой страх. И все. Ну хоть вы со мной. Кто смотрит меня давно, знает эту историю. Знаете, как говорят, чтобы преодолеть свои страхи, надо сделать так, чтобы еще раз пережить этот страх. Это ужасно. Это ужасно еще раз переживать свой страх. Ничего, я справлюсь. У меня сердце прям в пятки упало. Я думала, там кто-то идет. О, все. Но еще, правда, обратная дорога впереди. Все. На этот раз я молодец. Я взяла с собой баллончик. Сейчас покажу. То есть у меня все есть. Вот. Взяла с собой баллончик, и там есть содержимое. Но все равно жутковато было идти вот через тот переход. Ничего. Все проходит, и это пройдет, правда? Страх я имею в виду. Все, маршрутка пришла. Вот с такой сумкой мне все передали. Я отправляюсь в обратный путь. Уже кругом горит иллюминация. Ну, уже, в общем-то, потемнело. Так, все, ребята, пошли. Баллончик в руку и вперед.
Недалеко от остановки есть вот такой разрушенный магазин. Он разрушенный, наверное, лет 20 уже. Видите, какой? А раньше мы сюда ходили за продуктами, он работал. Вот теперь я точно знаю, что автостопом я путешествовать никогда бы не смогла. Трусовата я для этого. Все, эта хрень позади. Все, я уже на своей, так сказать, территории. Ну вот, я уже на территории наших дач. Смотрите, как облака быстро бегут. Небо красивое, красивое. И сосны на фоне неба. Ой, какая же сумка тяжелая, Натуля. Она еще такая неудобная. Так ее неудобно нести. И из-за этого она кажется еще тяжелее в 1000 раз. Но все равно, Натуля, большое тебе спасибо. Большое-большое. Ну вот и все. Я дома. И сумка тоже дома, и баллончик дома. Ой, ребята, как жарко. На улице, оказывается, так тепло. Так хорошо. Я уже дома, получила от Наташи посылочку. Сейчас посмотрим, что она прислала. Так, значит, это ваниль, ароматизатор, вкуса ароматическая добавка, натуральный ваниль. Состав сироп глюкозы, вода, краситель, карамель, экстракт ванили, ароматизатор ванили. Вот такой вот в жидком состоянии. Так, вот такие вот красители Натуля мне передала. Смесь для окрашивания пищевых продуктов. Так, здесь красный, желтый и синий. Они жидкие пищевые красители. Нетающая сахарная пудра. Натулька мне говорила об этом. Вот, она мне передала 2 пакетика. Также передала мое любимое Мандора. Вот, Асти. Так что на Новый год я не только с детским шампанским, но и с шампанским Мандора. Я попросила у нее, чтобы она заказала в Мяснове сальчичон. Это все к Новому году. Вот она мне заказала батончик. Так, что здесь? Здесь я еще попросила из Мяснова заказать советские сосиски. Я их очень люблю. И вот Наташа заказала и передала. Потому что иногда хочется ничего не готовить, знаете, как-то полениться хочется. Вот как раз сосиски, они как палочка-выручалочка будут. А еще Натуля передала нам всем виноград. Вот такой молдавский виноград. Мы его все обожаем. Мама тоже его любит. Так что вот для всех красавец виноград. Вот такой симпатичный. Сейчас помою и обязательно маме дам веточку. Нам сегодня повесили фонарь. Сейчас покажу. Во. Вот с этой стороны у нас все видно. Вот так теперь. Хорошо видно. Калитку. Ну, камера не позволяет туда долезть. Так что у нас теперь вот так светло.